Мама дорогая, какое страшненькое небо. Все затянуто, все черненько. Короче, на улице идет дождь. Моя любимая погода. Сейчас раннее утро. И, как обычно, мне надо сделать пробежку. Вот сейчас я это и сделаю. Я уже собралась. И, конечно, возле шкафа я стою очень долго. Я всегда думаю, что надеть, что надеть. Это моя проблема номер один. Я заморачиваюсь. И сегодня вот я решила надеть вельветовые брючки черненькие. Свою любимую футболочку. Ей уже очень много годиков. Вот с таким красавцем. Я ее привозила лет 5 назад со Стамбула. И ничего ей не делается. И кожаную курточку. Ну, она такая, знаете, коротенькая, тоненькая, летненькая. Короче, коза. Коза в козе. Осень-осень. Дождик льет, солнышка нет. Нравятся мне эти штанишки, но все липнет к ним. Вот со страшной силой все липнет. У меня где-то была эта лента липучка. Сейчас надо подчистить. Ну и, конечно же, я буду в кроссовках, в белых кроссовках. И я уже тут нахаживаю в огуречных патчах. Классненькие. Ну, вот как-то так сейчас. Где-то же она у меня была. Вот такой вот ролик для одежды. И не только. Я использую еще и чищу постель. Иногда от волос своих, которые падают со страшной силой. Ну, вот я сейчас пройдусь по штанишкам. Ой, вообще класс. Прям махом все липнет. Посмотрите. А? Так, стоять. Вельвет вообще классно. Но к нему все липнет. Так, интересное место тоже надо почистить. Ну что, короче, чистота и порядок. Вот так вот я сегодня выгляжу. Может быть, мрачновато. И вообще я отвыкла от черного цвета. Я в последнее время вообще не надеваю черное. Не стала любить. Ну вот получилось так вот бело-черно. И надо снять патчи, потому что иногда бывает такое, что я про них забываю, выхожу, и потом просто чувствую, что что-то не то на лице. Ну, на голове тоже бардак, потому что никак не доберусь до парикмахерской. Надо уже подкраситься, постричься. Но, если честно, у меня вообще нет на это настроения. Короче, буду ходить до последнего бабой-ягой. И у меня, вот видите, проблема всегда с длиной штанов. Я их все отрезаю, прям беру ножницы, джик и все. Но с вельветом так не поступишь. Поэтому я немного подкатала. Но надо что-то с этим делать. Так, ну все, мои хорошие. Я не выдержала, решила резануть. Вот одну штанину уже сделала. Сейчас обрезаю вторую, потому что некрасиво, когда подкатано, и эта подкатка толстая, стрёмно. Нет, мне совсем не жалко. Вот и все. Видите, вельвет сыпется.
вот намного лучше. Подкатка получается потоньше, поаккуратней. А то из-за этого некрасиво. Короче, как-то так. Понимаете, как приспичит, мне надо сделать это сейчас. Поэтому все готово. Здесь вам помогут вернуть здоровье. Но мы очень надеемся на это. Заходишь в поликлинику, сразу определяют твою температуру, класс. Я решила зайти в Бубль, посмотреть что-нибудь внучечке. Потому что уже на улице прохладненько. Хочу что-нибудь тепленькое посмотреть и если что купить. Ё-моё, у меня разрыв сердца. Шарик лопнул. Ой, блядь. С утра уже стрессы. Иду в отдел самых маленьких-маленьких размеров. Для самых малюсеньких. Так. А подскажите для грудничков, куда мне направляться? Девочка, мальчик. Девочка. Вот здесь вот при стенах, вот сюда. Ага. Вот здесь, смотрите. Ага. Вот дальше еще. Хорошо, спасибо. Ой, в магазине можно заблудиться. А, посмотрите. Какая красота. И все в розовом цвете. Так, я вижу уже вот такую кофтеечку. Но она, наверное, большая. Есть беленькая, розовенькая. Так. Вот комбезики какие-то. Тепленькие, вот какие прикольные, посмотрите. Может быть, это пижама? Здравствуйте, это пижама или костюмчик? Костюмчики. Костюмчики. Посмотрите, какая прелесть. Ой, вот это вот то, что и нужно. Ну, я, конечно, еще похожу, посмотрю. Но это просто чудо-чудное. Так, и вот такие махровенькие, тоже прикольные. 600 рублей. Ну, мне вот этот вот вкатил, он тоже 600 рублей. Вот для прогулочки в самый раз. Так, смотрим дальше. Ой, шапулечки. Я не знаю насчет шапулек. Можно что-нибудь с капюшончиком пока. Что-то здесь какое-то освещение. Не айс. Так, толстовочки со штанишками. Ну, что-то цвета такие мрачноватые, хотя тут целый комплект. Штанишки, футболочка и толстовочка. Ну, я думаю, вот ребенка удобно запихнуть, знаете, в какой-нибудь комбез и все дела. Пока наденешь эти 33 одежки, чекануться можно. Эти бодички. 200 рублей. Так, что тут еще? Не пройти бы мимо. Так, вот на этой стороне уже побольше дело идет. Что-то увидела такое яркое. Но это не для улицы. В любом случае. Так, вот еще. О боже, посмотрите. Какая прелесть. Черевички. Посмотрите, какие все красивые. Вот для нашей королевы надо вот такие вот. Так, здесь уже пошло все теплое. Так, вот. Это мешок. Костюмчики, ну, голубой. У нас мальчик уже вырос. Так. Вот еще что увидела. Ну, такой же, только серенький. Там розовенький, а это серенький. Я даже вот сейчас думаю, розовый взять или серенький.
Даже не знаю. Так, ну вот здесь вот. Нет, такое мне не нравится. Ну, здесь, походу, для мальчиков. Но все равно у мальчиков тоже бывает что-нибудь интересное. Так, ползуночки. Это все не надо. Здесь все. Все, для грудничков что-то хер да маленько. Да, это вот для мальчиков. Вот. Классные, но для мальчиков. Ой, вот это вот просто чудо. Вот такой надо обязательно. Уже же скоро в таком надо будет. Он такой, знаете, тоненький. Вот как раз с октября месяца то, что нужно. Ну-ка, интересно, у девочек такие есть. Вообще классный, мне нравится. Так, 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 курточки. Здесь уже прям зимний вариант пошел. Все, так. Здесь только ветровочки, курточки. Так, вот они есть, девчачьи. Тоже розовые. Нет, не такое. Вот, вот такой вот классный. Вот. Но он только в сером цвете. И недорого. Так. Я когда захожу в детский отдел, все. Я хочу купить все. Все так мимишно, все так красивенько. На рукавички тоже еще рано. Да, господи, какой же размер надо? Я даже не знаю, какой размер. А вы не подскажете? У вас нет этих? Вот ребенку 2 месяца будет. Какой-то размер? А? 62-68, да? А, ну да, потому что он как бы еще что-нибудь под низом. Вот. Вообще в размерах не понимаю. Троих детей вырастила и не понимаю. Я всегда ходила с детьми, все примеряла. Да, вот этот вот классненький, вот как раз сейчас гулять. Самый раз, вот я его, наверное, и возьму. Только я боюсь ошибиться все равно в размере. Я уже здесь хожу, брожу, наверное, час, если не больше. Вообще растерялась, конечно, всего много. Взяла только вот такой вот комбезик розовенький, вот такой вот. Веселый зайка, по-моему. Он такой, знаете, как толстовочка для прогулочки. Классный. 74. Так, вот с размерами я вообще ничего не понимаю. Вот вроде бы маленькая. Вот такая кофтечка симпатичненькая, да? Кисками, розовенькие штанишечки. Короче, я зарылась тут. Вот эти прикольненькие кисочки, посмотрите, блескучие. И хочу взять носочки такие поплотнее, потеплее. Смотрела вот эти розовенькие, но они маленькие. Надо чуть-чуть побольше. Вот эти розовые здесь не будет на ножке держаться, резинка не такая. Все остальные тоненькие. И я вот решила взять вот такие вот серенькие, светленькие, темненькие. Главное, чтобы ножкам было тепло. Сейчас башмачки-то не наденешь. Ну, короче, я сделала вот такой вот выбор. Комбинезончик, пару носочков, прям тепленькие-тепленькие. Я вообще неравнодушна к игрушкам, если честно. Меня прям тянет и манит. И прикольненькие, да?
всякие разные. Собачки, лисятки, мишки. Такие белые медведи, серые волки. Даже осьминог. Или что это? Да, осьминог. Вот такие коты. Это вообще класс. Я вот такого кота внучке дарила. Вообще такой классный. Прям вообще, посмотрите, какой красавец. Попугаи. Вот компания какая. Зеброчки. Кенгурушки. Ну, коты вообще огонь, да? И еще вот такие собаки были. Я дарила внуку и внучке. Она до сих пор с ней бегает. В Турции. Такие вот еще. Очень уронила. Такие вот игрульки. Смешные. Ну, цены, я скажу, ну, космос. Ну, что для детей такие цены-то, а? Вот, что это? 600 рублей. Короче, вот как-то так. Все, я пошла на выход. Я еще хочу зайти в торговый центр «Море», посмотреть себе слоеночки вкусные. Так, с детского отдела я уже ушла, потому что там можно быть вечно. И хочу зайти вот дома лучше. Ну, всякое такое, интерьер. И поехала. Это я тоже очень люблю. Тут сувенирчики, посудка, коврики. Красота какая, а? Наборчики. Не знаю, оно все красиво, но я люблю стекло. Стеклянное. Прозрачное. Манит, манит. Вот такие отделы. Подставочки. У меня вот такая дома. Правда, она уже подтерлась. Ну, знаете, неудобно. Был бы у меня, знаете, там специальный стол, все такое. Когда условий нет в доме, особо так ничего и не хочется. Ну, хотя, знаете, я все равно все приукрашиваю. Ну, любительница я этого дела. Кастрюльки, но это сковородочку, кастрюльку я уже купила, у меня есть. Так, что еще интересненького? Вот так вот я когда хожу, смотрю, говорю, это у меня есть, это у меня есть. Да, еще вот хочу вот такое вот, очень мне нравится, очень. Господи, когда своя квартира, когда ты хозяйка, то, конечно. А когда так, знаете, временно проживающий, ничего особо и не хочется. Так, сковородки не надо. Контейнера у меня тоже всякие разные есть. Ой, вот это тоже я очень люблю. Баночки, баночки. Класс. Вот эти мне нравятся с деревянными крышечками. Так, здесь всякие причиндалы, формочки для выпечки. Вот это держалочка. Такая вот. Ну, не знаю. Я вот смотрю, люди пользуются, а мне не нравится.
честно. Я могу за ручку взять, ну, в конце концов, полотенцем. Не знаю, мне не нравится. Я бы себе не взяла. Посмотреть эти корзиночки, корзиночки. Я все хочу такую, знаете, корзиночку на колесиках. Здесь вот нет таких, к сожалению. Вот такие только вот ящички тоже очень удобные вот для хранения. Были бы только квадратные метры. Вот, смотрите, и поменьше, и поболя. Очень удобно. Вот, вот такие вот с крышечками тоже. Такие, знаете, одноразовые тряпочки. Для кухни мне надо. Значит, я не вижу, нету их. Коробочки, упаковочки, пакетики. Вот для дня рождения. Кстати, у меня скоро день рождения. Такой, знаете, конкретной осенью. В октябре. Если честно, то я никогда не жду свой день рождения. Иногда даже забываю. И здесь игрульки. Посмотрите. Страшно? Мне страшно. Ну что ж это такое? Ой, какой зайчка. Тоже дорого. Так, уронила все я игрушки. Пришла Лилия и навела порядок. Ну все, мои хорошие. Пошла я за слоеночками.